добра. Добра. Да дайте я. Они мне мешают. У нас уже почти 10. Нужно вставать, испечь сейчас Сереге коржи для торта. Что ты сказал? Антохе к 11 на танцы. Я не пойду. Пойдешь. Нет. Спасибо, но нет. В общем, пошли подниматься, умываться. Мами, а в понедельник я иду на танцы. Да. Нет! Да. Я готова! Кила-кила-кила! Мам! Так, Антоха сейчас на танцы. Как хорошо, что он уже сам, заходить не надо. Антошка отвезла, блин, у меня вид такой вообще. Сейчас поеду голову помою, приведу себя в порядок. Оделась только ради того, что Антоху надо к 11 сегодня. Я, короче, знаете, как сила мысли, когда сегодня я лежу и думаю о том, что, блин, Антоха опять пропустит танцы, он не пойдет, потому что у Сереги день рождения как раз 2 часа, вот. А потом я понимаю, что... А у Алексея написала к 11, и он как раз успевает, и мы не пропускаем танцы, успеваем на день рождения, поэтому, в общем, круто. Все, сейчас еду приводить себя в порядок. И Сереге испеку коржи на торт. Тут в шоке приехала, а тут такое... А тут такое происходит? Этот моет пол, этот вытирает пыль. Что происходит, ребята? Молодец, ладно, ничего хорошего. Афоня, ты уверен? Это зеркало не надо тереть этой тряпкой, котик. Зеркало надо другим пшикать и тереть. Ой, я хочу... Нет, пока не надо. Лучше вон шкаф вытри. Посмотри, вот грязное. Вот, вот, посмотри, какое грязное. Вот это вытирай. Хорошо, три, чтобы грязи не было. Она сейчас ототрется, понял? Да. Мама, оттирается. Оттирается? Так вот, потихонечку. Вот, видишь, как хорошо. Мать разоралась, теперь все идут до папы. Дай тебе куртку. Сам, короче, оделся. Сказал, я лучше пойду папе помогать. Да? Да. А то мама чего-то раскричалась. Это из-за Гиси. Да? Не из-за тебя? Потому что... А ты как кто? А я папа. Что? Я все слышу. А я себя нормально веду. Я даже не печатки. Ничего. Мне вообще ничего, а тебе? А тебе нельзя найти одинаковые там, сынок? Дона, если я все тебе нашла. Обой меня? Нет! Смотрите, я быстренько испекла коржи Сереги на торт. Сейчас мы уже повезем их. Я только сейчас себя в порядок приведу. Это вообще торт пряничный, обалденно быстро. Особенно, ну, если есть тесто, то я сделаю вам его часа за 2, наверное. Потому что все круто. Украшения, соответственно, будут где-то шоколад, орео, вот такое вот что-то. Поэтому если украшение не требует пряников, а вот будет вот такой вот шоколадно какой-нибудь бежешное маршмеллоу там может быть, то вообще за 2 часа торт будет готов. Блин, я в шоке сама себя. Мыла посуду в теплой воде, а голову поэтому пришлось мыть в холодной. Но ничего, я это сделала. Сейчас все высушу и поедем. Сережня поехал на танцы за Антохой. Как я уже говорила, сила мысли, не пропустить танцы. Танцы начались в 11 часов, вот 12:20 они должны закончиться. Я сейчас быстренько собираюсь, и мы едем там, быстренько собираем торт. И вся Серега будет счастлив, я думаю. Он вообще любит эту соленую карамель, крем-чиз на сливках. Что? Конвертик подарили, да. Мы ждем папу. Должен сейчас за нами приехать, отвезти нас на день рождения. Да, сынок? Только Гися колонку дарит. Давай!
меня такое было. Так, папуля? Я все, мы приехали. Родня тут всего наготовила. Молодежи сегодня будут пацаны. Пицца, нарезка, овощи, отбивные куриные, конфеты. Сейчас еще бутеры будут. Ну и думаю, что что-то горячее, наверное. Надо сейчас диван заправить. Фруктики. Да, вот этот камин, который Вера сама из коробок сделала. Случилось. Ногти у Зоечки, какая прелесть. И у меня, посмотри. Теперь мы с Зоечкой собираем тортик, да? Зоя сразу кричит, это мой любимый. Вот, будем делать на этом подносике цифру 13. Сделали уже крем, 2 пачки сливок, 150 грамм сахарной пудры. Ой, сыра, да. И вот сливок на глаз я лью. До состояния пышного устойчивого крема. В общем, 2 пачки сыра, 150 грамм сахарной пудры и сливок на глаз 33%. Сразу все взбиваем и едим, да, Зоечка? Так, все, торт готов для Сереги за 5 минут. Ну, почти, да? Я бы еще что-нибудь добавила из пряников, но уже... Может, ММДМ-сики яркие стали? Ну, может, ММДМ. Сейчас, может... Нет, в смысле, ты в магазин идти не надо никуда. Вот все, что есть, родня, нормально. Что, яркие? Нет, хорошо. Не надо. Отличного конкурса. Это фотография. Торт. Торт. Кто хочет поесть? Я участвую, я участвую. Давайте. Давайте торт. Зачем вперед? Давайте, кто выиграет, тот пойдет и будет делать, что хочет на улице, блядь. Да, конечно. Вот точно, пусть добавят. Мама, если... Почему я веселый такой? Посчитано, молодцы, похлопайте, мальчики. И я. Поздравляю тебя с днем рождения. И я. Поздравляю тебя. Молодцы, засчитано. 1-1, да? Чем ответят нам мальчики? Покажи, где тут рыбки. Глянь, как она делает. Глянь, она чистит, что ли, да? Коль, ты? Коль, покажи, где рыбки. Деда? Где деда? А где рыбки? Где рыбки? Постучи. Тук-тук-тук. Хоп. Ой, дай грибок включать. Припоминаю что-то подобное. Будем каждому шапку на голову надевать и мысли их читать. Себе одевай, Катюха. Простите, каждый будет передавать по очереди. Один шапку мысли прочитать. Давайте с нас. Для этого мне нужна еще. Тихо, мальчики. Просто расскажи. Снимаем шапку. О чем же думает наша Маргарита? Ну, граждане, алкоголики, немцы. Кто хочет сегодня поработать? Ой, мне нравится, Олечка, ты у нас идеал. Так, о чем думает Алина? Дядька Васька. Алина! Как это поможет? Я думаю, Алина. Так, Тём, Арман, садимся, садимся. Все, потом. Мы потом. Он после Тёмы, Арман, потом я. Алина еще не прошел. Вот, теперь Тёма о чем думает.
Давай, давайте. Ой, я посмотрю. Родя, одевай себе. Сейчас, Коля. Помоги. Серёжа, ребёнок. Подожди, не одевайся, закончим. Сейчас додумай мысли. Так, Антоша, мы мысли, да? Антоша, давай. Оля. Скажи. Кто бы мог подумать, что мы вечером окажемся в Кореновске? Все мы, да, там, где мы должны были первый раз оказаться завтра. Да. Поехали, пошлите. Это что мы где-то дутый этот спортзал, а вот там он Ледовый дворец. А нам еще да? Гриша, поставь стул, где он был, поставь. О, блин, как круто! Привет! Можно сфоткаться? Ты меня сфоткаешь с золотым? Да. Привет! Мы дома. I used to believe.